Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать в нашей творческой мастерской. И сегодня я предлагаю вам сделать вот такую замечательную поделку – вишенки. А для этого нам понадобится клей-карандаш, ножницы, цветная бумага. Я заранее подготовила полосочки из цветной бумаги красного цвета. И приступим. Возьмем полосочку и клей-карандаш. Нанесем на край полосочки немножко клея и соединим с другим краем. Вот так. У нас получится колечко. То же самое сделаем с другой полосочкой. И соединяем. Теперь нам нужно взять полосочки зеленого цвета и приклеить к нашим вишенкам. Промазываем край клеем и наносим на нашу вишенку. Вот таким образом. Теперь возьмем другую полосочку и сделаем то же самое. Промазываем клеем хорошенько и наносим на наше колечко. Прижимаем и немножко можно подождать, чтобы хорошо схватилось. Теперь нам нужно соединить наши вишенки. Промазываем другой край клея. Вот таким образом соединяем. Теперь в наши вишенки нужно добавить листочки. Промазываем листочек клеем с края. И присоединяем к веточке. Вот так. И немножко подождать, нужно, чтобы хорошо схватилось. То же самое проделаем с другим лепесточком. Вот такие вишенки у нас получились. А у вас, ребята, получится еще лучше. Спасибо за внимание. До новых встреч!